Всем доброго времени суток, с вами Кононова Анна, и в этом видео мы узнаем, как увидеть размер одежды, как подобрать себе размер одежды, размер нижнего белья и так далее. На самом деле это все очень легко, это все на самом деле очень просто. Но, во-первых, мы с вами давайте зайдем в раздел «Одежда, аксессуары». Без разницы, из каталога вы смотрите флеш или из онлайн-каталога. Да? Сейчас мы с вами в онлайн-каталоге, и мы с вами ищем самую первую, что есть, это нижнее белье, одежда, аксессуары. Ну вот давайте возьмем женщинам. Женщинам берем и смотрим там, ну, наверное, надо на третью страничку, потому что тут все бижутерия ювелирная идет. Так, одежда женщинам, вот. Одежда. И вот мы с вами видим джинсовую юбку. Видим с вами джинсы, да, разноцветные, видим с вами кофточки, очень, кстати, недорогие, да, то есть вот цена каталога, цена консультанта после регистрации, все на 20% дешевле, поэтому, ну, конечно, еще важен тот факт, кому вы попадете, да, можете просто зарегистрироваться, вам могут не отвечать, а лучше всего, конечно, выбирать людей, которые уже точно работают, знают толк продукции, знают, что вам и как подсказать, и под тип кожи крем подобрать и так далее. Но давайте же с вами посмотрим. Да, то есть, когда мы нажимаем «Купить», вот мы захотели эту джинсовую юбку, у нас с вами идет выбор. Да, во-первых, вы можете выбрать цвет, какой вам захочется. Также вы можете выбрать и 40-й, и 56-й размер. Да. Что нужно сделать, да, как нужно подобрать? Вот тут вот есть таблица размеров. Вы на нее нажимаете и смотрите, какой же ваш размер. Да, и обязательно. Почему это надо делать? Это для того, чтобы вы поняли, какой у вас размер. Да? Ну вот давайте возьмем охват бедер. Да? У меня бедра идут 98-101. Тут показано 46 размер. Но я, в принципе, беру 48 размер. Вот, то есть вот между этим и этим нужно обязательно брать. То есть 102-105 это уже нижняя выступающая часть бедер. И, скорее всего, вот мой размер 48. Потому что меряя бедра, я по бедрам, да, вот где они есть, иду вот 97 сантиметров, да. Вот, но 44 мне точно мало, я это понимаю. И когда я беру размер 48, то мне как раз на нижней части бедер, которая идет самая-самая выпирающая, вот как раз вот это моя нижняя часть бедер. Да, то есть 48 размер. 50 я брала по советам наших зрителей YouTube. 50 мне очень свободно бывает в талии, и перешивать как-то вот не очень хочется, да, потому что у меня талия как раз-таки идет 80, да, но бедра у меня 102-105, самая выступающая часть. Вот, поэтому вот этой табличкой обязательно пользуйтесь, и вам будет очень-очень удобно всегда. Обязательно ее смотрите, меряйтесь, и вы никогда не ошибетесь с размером.